земля, вся земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком. Я пою, я пою. Прогресс СССР и всего мира. Я не понял. Ты меня что толкаешь? Тебе перчатку на жопу натянуть? Нормально все? Я тебя интересую как-то. Смотрю, брюки у тебя довольно чистые. Для человека, который сейчас получит поебал. Так, мне дали сканер, теперь надо его опробовать. Оксись, дочь моя. Хочу заметить, что это очень удобный такой сканер, что ли? Я думал, я буду видеть сквозь одежду, а это на самом деле работает по-другому. А можно мне такую же травку, как у него? Жаль. Спасибо. Нормально у меня время. Ё-моё. Я слышал, у вас рост 2 метра, типа. Как вы странно выглядите. Оу, а отсюда еще лучше. Бэм. До чего дошел прогресс? Я бы жил в таком СССР. Угу. Определенно. Я должен что-то вам на будущее сказать. Что-то на будущее сказать. В будущем кто-то из вас будет на мне. Понятно? И я надеюсь, это будет в хорошем смысле, а не в плохом. Это на будущее. Ладно. Слушайте, а мое лицо этот иногда кресло напоминает, прикиньте. Иногда можно на него сесть. Вам. Жил-был художник один. Домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Почему? Потому что... А мне это что с этим делать? Это ваша встреча такая, балет? А, товарищ Шмель, у вас разве есть функция внезапного сброса меня на землю? Спасибо. Спасибо, что живой. Товарищ майор, здрасте. Руку. Все нормально? Да погнали. А что происходит? По Они как-то агрессивно на нас смотрят. У них слишком агрессивные усы. Петушок. Ты чё, не понял? Ты быканул или не показалось, поросенок? Мы чью-то веселую ферму тут разрушили внезапно или что? Почему тут так много животных? Да ты остал... Иди отсюда! А говорили, Atomic Heart сложный, что враги тут какие-то сверхъестественные. Пока ничего... Сверхъестественного я не увидел. Враги самые обычные петухи, в принципе. И с ними довольно легко справиться. Эй, мужик, иду, ты там живой? Мужик, нормально все? Ты где, мужик? Ё-моё. Братан, братан, нет, нет, мне не надо туда. Я не хочу по-большому. Пожалуйста. Уйди от меня. Оставь меня в покое. Ух ты, больно как. Ты бьешь. У тебя нога железная, что ли? Ты терминатора пересмотрел. Знаешь, у меня
тоже кулаки довольно наработанные. Так что я тебе сейчас... О! Спасибо. А он меня видел или не видел? Ты застрял? Можно я этот стелс-миссию типа сделаю? Сделаю, что ты меня не видел, я этот... Вова, отвернись, пожалуйста, я стелс-миссию выполняю. Мне нужно по-тихому, аккуратно вот так вот тебя обойти и сломать твою жопу. Блять, Вова, давай еще раз, погоди. Вот, я спрятался, ты меня не видишь. Все, я обхожу тебя, обхожу. Осторожно, аккуратно, да? Я слишком толстый, я здесь не пройду, понял? Аккуратно прохожу и взламываю твою жопу. Все, взломал. А что, дверь закрылась? Осторожно, это изделие плющ, оно крайне опасно. Плющ. Я уже видел эту дрянь раньше. И оторванная рука, конечно же, находится именно у него. Чего она просто не может... Беги, сука, беги! А зачем? Вот это. А вокруг тем временем пчелы, голограммы... Зачем? Зачем? И надо... Я тебе чего плохого сделал? Ты мне руку только отдай, и все, мне больше ничего и не надо. Больно, 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 больно. Нет, не надо, не надо, не надо. Пожалуйста. Я... Блядь, я не знаю, что тут говорить. Мне плохо. Мне явно нехорошо сейчас. Почти, пожалуйста, умри уже. Да ладно. Ебать, я без аптечек его убил. Капец. Надежно заперта, я надеюсь. Второй раз я так бегать заебусь просто. Ну, червь, конечно, огромный. Не дай бог, конечно, он сейчас поедет тут. Я охренею с него. Он вообще боссом будет когда-нибудь тут, нет? Вот это интересно было бы увидеть. Хотя... Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Не особо, наверное. Хотел бы я его увидеть боссом. Да. Допустим. Может, просто 10 кристаллов мне надо собрать? Да, блять, вот... Я не успеваю реагировать, как? Тут FPS реально не хватает. Тут сколько FPS? 12 FPS, что ли, на экране? Тут странно иметь такие технологии, и такой грёбаный экран тут стоит. Еще и скорость увеличивается у него, да ладно. Да ладно, получи... Твою мать! Да не... Это вот этот процесс я только что запустил. Бегите! Куда? Куда бежать-то? Ты что делаешь? Твою душу! А может не надо? Может этот... Мирно решим все. Не через жопу, пожалуйста. В смысле? Вот и левая. Лут, пожалуйста, мне лут нужен. Нет лута. Не вижу лута. Зачем? Нет воды. Набрать надо. Что делать? Это не баба Зина. Это точно не баба Зина. Не похожа ты на бабу Зину. Не надо. Не надо, пожалуйста. Я жить хочу. Ты кино хорошо показывал. Продолжай кино лучше показывать. Нихера себе. А вот это баба Зина. Доброго времени суток, товарищи. С вами товарищ Прайм. Наконец-то я дошел до Atomic Heart. Когда наконец-то спал хайп этой игры. Нет, я не ждал скидок на эту игру и не хотел скидок на эту игру. Я просто вот так вот вовремя решил взять ее только сейчас. Так что мне она понравилась, рекомендую. Вот, так что огромное спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки.
подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, на группу ВКонтакте. И мы увидимся в следующем видеоматериале. До скорой, всем встречи, товарищи.